Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня праздник. Мужики, жму вам руки. Поздравляю вас. Нас так мало осталось. Ну и, короче, суть такая, что в праздник решил я сделать себе подарок сам. Жена мне дарит каждый 23 февраля станок и пену для бритья. Думаю, да что это херня, дай-ка я подарю себе сам что-нибудь интересное. И купил себе вот эту вот игрушку. Кстати, ставьте лайки, кому подарили в этот день сегодня пену и станок для бритья. Ребят, купила себе вот такую игрушку. Давно хотел, да все как-то тут жаба давит, денег жалко. То пятое, то десятое, какие-то расходы появляются. Тут-то все-таки собрался, не купил. Долго я выбирал, скажу честно, пересмотрел в интернете. На ютубе, в частности, все видеоролики по пневматике. На PSP винтовку у меня, естественно, денег нету. Ну и брать всякое говно тоже не хотелось. И выбор пал вот на эту винтовочку. Это Гроссман. Американский бренд. Но делается все это дело в Китае. Оп, сейчас покажу. Получил я ее вчера. Открыл, посмотрел. Пару раз стрельнул. Сейчас покажу вам. Знаете, первое. Оп. Вот видите. Гроссман Веном. Веном. Ну, сокращенно их просто Вене называют люди. Первое впечатление, когда я взял ее в руки, ребята, она тяжелая. Реально тяжелая. Почему, скажете, надо было брать Хатсана? Смотрел я Хатсаны. 125-е, 130-е, да, они до удари мощные, но с ними столько проблем, это кот в мешке попадается. Просто читал отзывы на форумах, надо быть очень пряморуким человеком, чтобы довести Хатсан до ума. Стреляют они, конечно, мощно, но попадают далеко, далеко не всегда и не во все цели. Кривые стволы, косяки там, всякая такая ерунда, турки, короче, шибко не заморачиваются при их сборке и... Короче, Хатсан отпал. Первая мысль была, конечно, хотел Хатсана. Ну, когда начал ознакомляться с этой темой ближе, Хатсан отпал сам собой. Это не для меня. Второй вариант я рассматривал. Гамма Биг Кэт. Гаммовские винтовочки. Биг Кэт у Костяна с неделков рыбалки. Костян, здорово. Праздником тебя. И знаете, в чем проблема? Они были отличные винтовки, пока... Производитель не решил делать вот эту вот казенную часть, куда вставляется пулька, из пластика, не зная для какой цели. Ну, люди пишут, что испортили хорошую, отличную винтовку, получилось говно. Называем их своими именами. Да, с подствольным взводом. Для точности стрельбы, конечно, это гораздо лучше, когда ствол стоит зафиксированно, и взвод идет с подствола, просто рычагчик сдвинули. Но... Смотрел гамовские винтовки, я смотрел у Морекс, у них та же самая проблема. Казенная часть пластиковая, все, это уже отпало само собой. Ну, читал дальше, изучал этот вопрос. Есть, конечно, хорошие винтовки, там германские Дианы, например, ну там ценник тоже негуманный. Из всего, что можно было по моему бюджету выбрать, вот остановился вот на этом Гроссмане. Люди как бы хвалят, стреляют неплохо винтовочки. Естественно, нужно будет доработать ее до ума. Ну, то, что какая-то доработка здесь требуется, это с этим я справлюсь. Во-первых, у нее стоит ослабленная. Она уже изначально на газовой пружине, но она стоит ослабленная. Поршень там паршивенький родной. Заказал сразу в магазине. Сейчас кратенько скажу еще в магазине, где я ее брал. Газовую пружинку. Взял на 170 атмосфер, но... Ребят, не думайте, что если вы возьмете более мощную пружину, и у вас винтовка будет стрелять там мощнее, дальше, быстрее. Максимальный порог мощности оптимальный вот для этой винтовки, именно для вот этих вот Гроссманов, 140 атмосфер. Но она, если поставите там 170, 150, 160, она стрелять у вас быстрее и мощнее не будет. Но вот у этой пружины просто будет больше, выше порог на стрел. Мы с ней гарантированы 8000 выстрелов. И она потом постепенно будет у нас сдуваться, газ с нее выходит, воздух.
и давление в ней будет падать. Но пока она упадет до 140 атмосфер рабочих, это будет какое-то время, правильно? И, значит, соответственно, ресурс у нее будет выше. Ну, я так думаю, я, может быть, ошибаюсь. Не знаю. Ну, просто взял помощнее. С другого интернет-магазина, когда заказывал вот эту вот винтовку, хотел сразу заказать манжету, но у них в наличии на момент заказа не было. И заказал в другом магазине. Манжеты идут. И еще идут пульки GSB. Так, они маленько говорят получше. Ребят, это винтовочка. Оп. Вот сертификат комплектации у нее идет. Вот чек. Покупал сам. Никакая это не реклама. Кратенько расскажу о магазине. Прежде чем что-то покупать дорогое, я читаю отзывы, смотрю, связываюсь с магазинами. 4 или 5 магазинов я обращался. Остановился вот на этом Diode Arms. Ссылочку я вам оставлю в описании. Опять же, это не реклама, просто и не рекомендация. Просто мне очень понравилось отношение людей, как они продавцы, к покупателю. Все по-человечески, перезванивают, спрашивают, уточняют. Ребят, это дорогого стоит. Поэтому Diode Arms. Обратился к ним. Я говорю, до этого у меня было еще 4 магазина, не знаю, 5. Меня все устроило. И смело могу сказать, что магазин хороший, мне понравился. Менеджеры молодцы, ребята, постоянно на связи. Никаких вопросов, все. Если что-то буду брать, то буду брать у них обязательно. Так, еще по комплектации. Идет, конкретно к этой винтовке, идет вот такой прицел. Center Point 3.9 на 32. Ну, прицел, знаете, поставить на детскую игрушку какую-нибудь и играться. Ну, или смотреть, как подозрительную трубу у него на рыбалку брошу в лодку. Прицел новый пришел, лежит на почте, в понедельник получу. Установлю его. Покажу, как устанавливать прицел. Как, не как установить, как я буду его устанавливать. Устанавливается он на планку Пикадини. Сразу люди жалуются, что прицелы ползут. Поэтому сразу заказал сюда моноблок. Прицел будет стоять на моноблоке, но это по чуть попозже. Отдельно потом расскажу. Два слова. Почему дерево? Люблю дерево. Говорят, дерево непрактично, пластик гораздо практичнее, там не раскисает, не набухает, ничего. Ребят, когда берешь в руки хорошую, красивую вещь, мне надо, чтобы тактильные ощущения, мне просто нравится дерево. У меня спиннинги в основном все с пробковыми рукоятками. Ну, люблю натуральный материал. Просто чисто мой выбор. Единственное, что если у кого-то, мужики, маленькая рука, вот эта часть, вот, она, смотрите, какая широкая. Под мою большую руку идеально. Но если рукава будет у кого-то поменьше, вам будет, наверное, не совсем удобно. Потому что вот эта часть широкая. Для меня это, скорее всего, плюс, но кому-то это может быть недостатком, минусом. И еще один из минусов, ну, тоже решаемый, это вот эта вот скоба и курок с предохранителем. Они с пластика, блин. Сэкономили, что ли. Ну, у меня есть фрезеровщик, закажу с нержавочки скобу, закажу новый курочек, отполирую это будет. Я думаю, будет красивее и ничуть не хуже. Все это решаемо. А так, смотрите, дерево безукоризненно. По-моему, это бук. Похоже на него. Но я могу ошибаться. Ну, судя по рисунку, вот этим краплением. Это бук. Ружье с резиновым затыльником. Затыльник прикрученный на шурупах, что удобно. Затыльник придется снимать, засверливать приклад, заливать свинцом. Баланс у ружья никудышный. Видите, ствол клюет. Будет неудобно. Второе, сюда нужно будет делать ремень. Кожаный ремень я заказал, придет, покажу, как я буду его цеплять. Посмотрел в интернете, долго смеялся. Всякие веревочки прикручивают, зачем? Есть давно специальные тапки. Поставим, прикрутим ремень, все будет, зажгут. В целом, винтовочка мне нравится. Красивая, в руке лежит. Маленько доработать, конечно, придется, но за такие деньги прям идеальную вещь вы вряд ли купите. Руки все равно придется приложить. Поменяем пружину. Поменяем муфт, манжеты. И будем стрелять, будем ходить. У меня за домом полно рябчиков. Будем постреляем по рябчикам, постреляем по баночкам, по бутылочкам. Настроим оптику новую, чтобы будет чего показать. Вот это у меня не первая винтовка. До этой винтовки у меня был ИШ.
такой с боковым сводом. За 3500 покупал у нас его в местном охотничьем магазине, у которого пульки некоторые просто выпадывали из ствола. Там никакой точности и мощности выстрела быть не могло. Ну, мы стреляли с сыном, ходили. Я его маленько натаскивал на это дело. И где-то сейчас он у меня уже валяется в гараже, похеривал. Вон стол, запчасти где-то лежат. И из пневматики еще есть у меня вот такой вот Макаров ПМ. Стреляет он на газе, на газовых баллончиках. Прикольная штука. Кстати, это настоящий Макар. Выдавилось планшету, выдавилось с него. Давненько я с него не стрелял, надо подремонтировать уже. И он в металле. Сейчас делают все в пластике. Дерьмо. О, настоящий, тяжелый. В руку берешь, чувствуешь, что это оружие. Пусть игрушечное, но в темноте кого-нибудь напугать запросто можно. По бутылочкам, по баночкам стрелять. Где-то там на пикничок выехали. Милое дело. Классная вещь. Дети в восторге обычно. Найдете в металле, берите, не пожалеете. Он уже, видите, старенький у меня, ему уже не знаю сколько лет. Ну, все работает, все, классная вещь. Ну, а так, вот такая красивая вещь. Просто красивая. Смотрится, как настоящее ружье, не какой-нибудь там пукалка, блин. Которые в тире были, МР-ки 512. Кстати, которые старые МР-ки были классные, сейчас сделать тоже дерьмо. Если найдете МР 512 в металле, берите, переделать ее, можно там затюнинговать, будет вообще вещь огонь. Но из того, что современного есть, сравнительно недорогого по ценам пневматического оружия, там если брать те же PSP или Дианы, то Гроссман неплохой вариант, это из того, что я просмотрел. Стреляет он, конечно, не так мощно, как Хатсан, чуть-чуть послабее, но гораздо точнее, что немаловажно. Подобрать под него оптимальные пульки. Сейчас всякий раз заказал, постреляем, посмотрим, сравним. И уже потом можно будет заказывать какую-то конкретную модель пули. Есть у меня экспансивные, разрывные. И просто гроссмановские премьер дунет. Говорят, неплохие пульки. Но это тоже все со слов людей на ютубе, чтобы почитал отзывы, посмотрел. Вот такие вот дела. Ну все, на этом и заканчиваю. Ребят, всех с праздником. Поздравляю, сейчас сам иду праздновать. На этом я заканчиваю. Огромное-огромное спасибо всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет свои комментарии. У кого-то какие-то вопросы пишите, всем отвечу обязательно. Не забывайте подписываться на канал, нажимайте колокольчик. Сейчас делается там в кухне у меня солится рыбка по восточному рецепту, красная. Обещал, ребят, я помню, все в процессе. Ну все, всем до встречи, всем пока, до свидания.